ждем Тёма, помашите, мы потом блог снимем, типа, или влог, вот, все, нормально. Ты десантник или хуй соси? Артём, если ты сдохнешь, я вместо тебя буду. Так, все, мы скоро идем к тебе. Едем к Тёме, карета подана. Сейчас, короче, выпуск должен быть небольшой, но колоритный, контрастный, ну или какой там. Ну, короче, выпуску быть. Карета уже стоит, карета подана. Я как старая бабка, которая проспала, которая бежит, которая волнуется и нервничает, но к Тёме мы точно не опоздаем. Тёма, жди нас, блядь, жди. Бабка успела добежать. Там вот другая бабка, ее не видно, она спит, блядь. Сейчас, где она? Вон она там спит. Там Эльзан, видно. Эльзан. Музыкальная. Эльзан. Где она, бля? Музыкальная бабка там спит. А вот еще одна, блядь. Сидит и рулит. Да, сидит и рулит. Вот, все. Короче, успели. Нет. Короче, мы находимся в комнате сейчас грусти. Никуда не пригодится. Одна бабка. Здравствуйте. Вторая бабка Шептунья. Мы находимся в комнате грусти. Почему-то вообще должно я быть. Я бабка кофеин. Вообще должно быть весело. Я бабка чай. А сидят все какие-то грустные, пиздец. Это хорошо, у нас еще солдат не записывает. Это еще без солдата. Мы долетели, вот эта бабка нас довезла прям очень быстро. Прям 3.5 часа им. Какие 3.5? И мы в Наро-Фоминске. Мы, короче, в Наро-Фоминске. Да. Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Сейчас он тут у нас же есть, блядь, приколы, у нас тут есть говорящая мудрость. Сейчас я покажу одну бабку, которая за рулем. Пашка сказал, когда мы к тебе подъезжали, он сказал, ну что там, черепашки-ниндзя все собрались? Я такой, еще нет, еще одного черепашонку ждем. Паша сказал, когда мы через пару часов приедем, мы соберемся в большого шредера. Вот как, помните, друзья, были раньше Power Ranger, вот да. Такие мы, такие, такие старенькие, покоцанные, немного пьяные, ну, господин... господин Шредер за рулем, он... Меня не надо, ему меня, я сегодня на зеленом чае. Ему нельзя, а мы две старые музыкально пьяные бабки, там он вообще спит, его даже не видно, блядь. Там вот, а я успел добежать. Выпуск должен быть интересным. Едем, куда мы там едем, блядь? В Наро-Фоминск. В Наро-Фоминск. На присягу к нашему товарищу. В Наро-Фоминск жди. Да. Ждем Тёма, помашите, мы потом влог снимем, типа, или влог, вот, все, нормально. Тём, мы тебе передаем привет, чтобы ты плотно кушал, чтобы все хорошо было сейчас. Иваныч, тут бабка приехала одна, короче. Да, вот она. Вот, она тебе передает привет. Потом, потом будешь бабку в этой нашли. Своей части смотреть, не забудь поставить лайк, ударить в колокольчик, прожать Лукаса, написать комментарий, чтобы это в поиске. Отправить друзьям. Вон, видишь? Тут молодежь сидит, тебя встретит, блядь, бабка везде просто. Все, мы скоро идем к тебе. Вот вторая. Нет, это стильная бабка. Эта бабка уже стильная. Нет? О, вот, чисто на стиле. Да, передай привет. Значит так. Тёме и всей казарме. Передай привет. Значит, я передаю привет. Так. Артему Ивановичу. И пацанам с казармы. И Ивановичу особенно, да. И пацанам с казармы. Чтоб приятно было им. Да, вот видите, Сережка. Это значит, что у меня рядом пиратский корабль. Парни, слева Сережка, не надо нахуй путаться. Слева, блядь. Он же сразу предупреждает, а ваши вот эти вот непонятные. Так, я вот сниму. Дедуль, тебя уже... Что тебя скрутят? Если что, я тебе мобил сразу. Дедуль, а у тебя уже где-то побелка. Ты уже где-то побелился. Ну, протри, пожалуйста. Ну, где там? Пиздец. Да? Все, уже прибежали. Так, ну, короче, мы Тёму обняли, поцеловали в щечку, и мы желаем не быть ему мыльным хуем. Вот, мы желаем... Где он? Тём! Не будь мыльным хуем. Тём, сейчас мы подойдем. Тём, так, тут не суп. Тём, ты красавчик, твоя речь была великолепна, а мама тоже великолепно выступила. Главное, не будь мыльным хуем. Все. То все сейчас говорят, что знают, что такое вульва.
ну прям, типа, ну, типа, там все. А мы сейчас прям сходу будем наводить камеру и спрашивать, короче, кто спалится, тот, значит, не знает. Мы узнали, что Саня молодец. Саня, как ты молодишься? На работе. Преподаю в колледже. И это тебе помогает молодиться? Да, конечно. А откуда ты, в каком году ты узнал про существование буль? Очень интересный переход, Вань, просто вот, вот. Ну, скажи, из другого... Ну, скажи, ну люди будут смотреть, скажи, в каком году ты узнал про существование? Ну, я думаю, как раз году в 13. Так, а ты, даже ты когда ты узнал, что такое вообще существует? Ты не знала? Ну, в каком году ты узнала? Да не знала, не помню. Чем? Как с Тёмой познакомились, чем? Так и узнал. В 13 лет. Чем? Я пойду. А в каком году ты узнал про существование вуза? О существовании? Я тут Тём, в том же году... Слышишь, что говорю? Тём, в том же году... В каком году слышишь? Это тот год, где Сикач был? Налево. Паш, помнишь Сикача? Помнишь Сикача? Я вот он стоит. Нет, я это все плачу. Сикачу, Сикачу. Короче, вот такой вот у нас немного припизнутый. Там был Сикач, там была кровососка лосиная. А что это? Что это был, да? Сикач. Курвобобр. Курвобобр. Лосиная кровососка и еще кто-то. Что там еще было? Выхухоль. И теперь нам надо туда эту взять. Так, чуваки, уважаемые знатоки, крутим рулетку. Представьтесь. Алина. Что такое вульва? Сколько лет? Я даже не знаю, как объяснить. Что это? Это три. Такое. Писька. Писька, писька, писька. Ты знала? Нет! Тёма, а ты знал? Подожди, стой, ты не только знал, но и трогал. Он там был. Молодой, бритый. Вот, это лысый, знакомьтесь. Видео будешь смотреть. Вот. И так каждый. Будешь видео смотреть, ты не обижайся на Саню. Он не хотел. На шапке лучше. Вчера кантик сделал. Шапку лучше не снимай. Неделю не делал. Кантик. Это Артём, ему 23 года. 22 вроде. Ему 22 года. Он проживает, ну пока он проживает. Армейский пингвин. Тём, как тебе, хорошо? Замечательно. А ты был уже на третьем этаже, вот у, ну, вот у санчасти, ну, санчасти, да, сестрички, да, да, той, санчасти. Где там Алена вот эта, 23 года. Ну, мозоль тоже тогда. Вот этого. А, она не знала. Кстати, знаешь, что? Кстати, Тём, не забудь спросить у своей девушки видео, когда ты стоял. Да, да, да. Висаки. Она просто снимала. Видео, что там снималось и на кого. Вот. Не забудь. О, все, вот так, кто это? Так, ладно. Ну, типа, сделай обзор. О, Сань. Ага, да. Здорово. Ты? О, здорово. Я. А ты хуй здесь забыл. Сань, что говоришь? Что я говорю? Тут сделано, знаете, как будто все новенькое, прям такое красивенькое. Ну, хорошо, ощущение, как будто я не в казарме, а в поликлинике во взрослом. Тоже стерильно. Да, немножко душно. Да. Душновато, да? Немножко, да. Ну, ладно. И мы здесь пришли, чтобы нарушить душность момента. А знаешь что? Вот, нарушу. А если бы они не были вот в этих вот ботинках, то и душно бы не было. Это, знаете, в ботинках. Оттуда, да? Духота. Оттуда, оттуда. Дома там, значит, Сдает оружие, прочитал речь. Тём, будешь смотреть, если что. Вот там стоит девушка в розовой шапке. Она ты стоял напротив нас, да, ты стоял напротив нас. А она снимала не напротив, а вот мы с Пашкой заметили, да, что камера немножечко вот была в другой, да, вот на других мужчин, взвод, получается, направо. А потом, когда мы, ну, заметили все и спалили вот эту штуку, она то такая, у нее... это не я, это, ну, камера. Она, во-первых, это камера, не я. И знаете, что потом произошло, ребят? У нее телефон как будто упал. Типа выронил случайно. А потом, знаешь что, файл пропал этот. Если ты скажешь, типа, любимая, покажи, ну, как я там шел, не будет этого кадра. Не будет. И я сейчас не пизжу и не придумаю три короба. Только маму попросишь, то у меня тоже. Поэтому та медсестричка, про которую ты рассказывал. Все в силе, не переживай. Все, давай, Тём. Давай. Блин, нас вели, если честно, как по этапу, блядь. Да? Нас вели как по этапу. Вот Паша, блядь, сразу подметил.
Я просто не хватало только наручников. Да, да, да. Наручники забрала. Их больше не верну. То есть руки сами сами, да? Да, да, да. Если они сломаются, скажи, что это Паша виноват. Тём, здесь, короче, когда будешь смотреть это видео, мы шли до Талова. Мы уже с Полей заочно поженились. Да. Все. У нас уже двое детей. И гитара. Двое детей и гитара. И будешь, когда смотреть это гитара видео... Гитара еще одна гитара. Лучше смотри его, когда ты не катишься. Как что там они катались по этому, по кубрику или где там на мыле, на этом мыле. А, да, да, да. Лучше смотреть это видео в этом состоянии, потому что ты упадешь, по-любому. Упадешь вот. Со стула. Упадешь со стула. Вот. И не забудь надеть вот такие шаровары, как вот. Вот такие. Вот, да, да, да. Говнодавы, я бы даже сказал. Говнодавы, короче. Вот. Тём, ну мы до Талова, мы как могли все сделали. Короче, вот мы вон там Тёма стоит. И улыбается, по-моему. По-моему, улыбается. Он улыбается. Да, сейчас я увеличу. Лысинку такую. Так, слышь. Да, молодой, без бороды улыбается. Странно. Слушай, Сань, странно, когда молодой и без бороды еще и улыбается. Как так возможно? Ну, это бабка Шептунья. Да, бабка. Сейчас чем будешь смотреть, вот тебе бабка Шептунья. Дачница. Бабку где нашел? Такой, знаешь, через слезы такой улыбается. Да, 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 вон он там улыбается, смотрит. Тём, не забудь. О, он тебе еще кивнул, слушай. Да, да, да. Слушай, ну я слепая, вот, но я как-то увидела это. Вот, так, о, поймали улыбку. Посоветуйте. Вот, смотрите как. Все-таки налажу вот это как там по этапам, вот это вот. Или знаешь, сюда, на вот этот момент мы идем, там... Еду в Магадан. Или вот это вот типа, там вранье. Вот это вот, знаешь, как там группа эта, будто... Да-да-да-да. Вот, типа так. Этапы мы с Твери зла немерено. Да мы просто идем. Лежит на сердце. И так долго, и так... Тяжкий груз. Так это все, блядь, тяжко, не знаю. Ну, тяжкий груз, потому что на сердце. Ну. Что-то не знаешь, что ли? Сань. Чё? Всё. Нас всех приняли, мы сейчас идем. По этапу. Уже. Мы идем, да. Тём, если мы не дойдем, то знай, что мы пытались. Тём, ты лысый глобус, я автобус. А, миллениалы что там орут. А давай еще какую-то. Какая еще там у вас есть поговорка? А я не помню, там лысый глобус сел автобус. Лысый голубь сел в... Нет, что? Лысый глобус. Лысый глобус сел в автобус, а дальше что? Что дальше? Что с ним произошло? Съел автобус. Съел? Съел автобус. Так. Там кто-то стоит, сейчас мы, короче, подойдем. Блять, мне просто зумеры просто хуярят по ногам здесь. Блять. Ты специально это делаешь? Я не специально. У нас происходит здесь какая-то хуйня. Я даже не знаю, с чего начать. С своей ебанутой прически надо начать. Короче. Короче. Это не Саня, это Настя. Кто? Значит, там парни едут на вульве. На вульве. Как, Паш? Как кто куда там едет? Оленин в вульве. Оленин пожилой в вульве, блядь. Едут кто-то пиццу. Кто? Блять, кто? Короче, сзади нас кто-то на пожилой вульве. На пожилой вульве. Кто-то едет на пожилой вульве, блять, в Додо Пиццу. Но это еще не вся хуйня, которая с нами произошла за то время, пока Саня, блять, управляет транспортным средством. А у нас... Почему? Блять, нехуй садиться ему за руль, блять. У нас... У нас, блядь, у нас сзади сидит персонаж, блядь, который, блядь, когда, чего, как ты это сделала? Я по-немецкому разозлилась, научил по-немецкому, у меня был в руках телефон, я его начала кушать, его раскусила. Если вы ничего не поняли, то, блядь, вульва вам бесит. Я просто кричала, сломала экран. Гитлер капут и кусал телефон, блядь. Зачем? Она убедилась себе. Просто зачем ты нахуй раскусила телефон? Ты лучше бы вульвой Лучше бы Штирлица раскусила, блядь, ну ебаный рот. Ну чем-то надо пользоваться, хотя бы вульвой, блядь. Ну не кусать же телефон на немецком. Уважаемый, не орём. И чё, и ты, короче, хорошо тебе было? Да. Ну он в таких ботинках... Меня так и не просили на уроки. Чего-то? В таких ботинках. Меня за уроки... Короче, это какой-то... Я теперь задаюсь вопросом, нахуя эти миллениалы вообще нам нужны? Вот. Пиздец.
вопрос. Короче, вчера стоим на плацу, репетируем, присядем. Так. Подходит полковник подставки. Так. Все расстегнуты, ну, полуставы. А один болел, расстегнутый. К нему подходит. Ты десантник или хуй соси? Видите, Тёма уже полтора месяца. Сколько ты, Тём, здесь? Два месяца, а история как будто на два года. Уже вот это, мы стоим на плацу. Два года строгого режима, кстати. Два года строгого режима. 220 вольт, розеточка работает. Воруем казённое электричество. Поэтому, если что, если вдруг вы думаете... Не думайте. Просто не думайте, все работает, все заряжается. Все нормально, все. А видок вот из окна, конечно, хворенький. Конечно, когда Саня говорит, вот так вот просыпаешься, смотришь, и дальше спать хочется. Сейчас, в общем... Расскажи обстановку. Короче, сейчас они заканчивают рассказывать. Так. Рассказывают. Так, сказочку. Так, давай. Сейчас они расскажут. Ну, давай. Короче, они сейчас закончат присягу. Давай уже. Тёма подходит сюда и вместе с матерью, рядом стоит с матерью, и мать толкает речь. А что, слушай, давай так, Тёме будет приятно. Там мама, её выбрали как активиста? Я не знаю, спасибо Тёме. Не знаю. Откуда ее здесь? Посмотрите на это лицо. Саня, а ты будешь толкать речь? Саня, ты будешь толкать речь? Зачем? Ну, просто. Не хочу. Не, он только скажет, что он будет толкать кал. Тут можно навести камеру и вообще ничего не спрашивать. Вань, знаешь, почему я не хочу толкать? Знаешь, почему я не хочу толкать речь? Потому что здесь любое слово может быть использовано против меня. Он будет толкать кал. Вот здесь я могу вот с углем. Тём, ты, короче, где-то там, ну, как бы, а мы здесь, а ты там. Как бы на этом все. Тём, мы сейчас, короче, вдвоем тебя пытаемся подснять. Я снимаю, а... Я снимаю. Саня увеличивает. Я снимаю. Вот, Тём, это ты. Глобус, Тём, это, Тём, будешь смотреть, вот это ты. Еще раз. Серьезно? Тём, еще раз повторяю. Когда ты будешь смотреть это видео, это ты. И один маленький вопрос у нас.